На 4 часа я их почему пригласила? Потому что надо будет еще кое-что обсудить. Я пригласила, также будет торжественное открытие. Ну, еще одно? А почему не пригласили? Ну, это, на 12 часов? Это, наверное, я виновата. Я вот приношу свои извинения. Я хотела им слова благодарности сказать, когда они придут, потому что они очень много для нас сделали, действительно. Кто будет участвовать в этом торжественном открытии? Ну, также все будут участвовать. Все мы, все библиотекари соберемся. И заместитель министра, и депутат законодательного собрания. А что, люди, назаровцы и подрядчик не заслужили того, чтобы они были? Нет, они заслужили, Юлия Алексеевна. Просто сейчас, понимаете, если люди сейчас все будут, надо будет проверять. Это очень долго будет. То есть мы сейчас вот откроем, потом будем проверять по QR-коду, пропускать также. Пока же не снимали эти меры еще. То есть это связано с ковидными ограничениями? Конечно, с ковидными. Тогда за что вы просили прощения, что вот вы тут подрядчика не досмотрели? Что я просила прощения? Ну вот вы говорите, наверное, это моя вина, я прошу прощения. Что подрядчика не пригласила, вот только за это.